Хейлга и всем мишеньки мы продолжаем проходить игру под названием Hollow Knight Чумной Доктор DLC. Я думал, против кого пойдем. Давайте, наверное, мы с вами пойдем вот сюда. Хотя, с другой стороны, я так подумал, нужно, короче... надо сначала, наверное, купить... В магазин пойти. И попробовать, как это будет. Честно, такое. Ладно, короче, отправляемся с вами тогда сюда. За работу. Ну да, полет это очень помогает мне. Как бы то ни было. Типа с полетом я смогу много куда добираться. Но мне кажется, я бы туда наверх все равно бы не долетел. Монетки. Ну плюс дополнительный хп, почему нет? Не, подожди. А, так я могу так еще ставить на паузу и тогда ее выбирать. Не, тогда ладно, можно пользоваться этим и тем. Так, подожди. Надоел. Пусть будет. Я понимаю, что лучше сохранить до босса. Поняли. Подожди, а что справа?
Лол. Он попал. Ладно, пойдем туда. Хорошо, допустим. Куда я иду наверх? Так, хорошо. Допустим. Палочка-поджигалочка. Бесполезная реликвия, может кому-то другому пригодиться. Это хлам. Куча реликвий. Бесполезные безделушки, обменять их у Честера. Бесполезный листок. Возвращено 3 из 41. Почему 3 из 41? Наличие 1. Но так мы, у нас всего должно быть найти... Ну, я должен был найти где-то 15 их, а не 41. От этих персей за вознаграждение. Ладно. Так, вопрос. Если я падаю вниз, я умираю? Да ладно. Повезло. Ладно, не беда.
фиг, я помню примерно, где были секретки, но я их точно не все помню, ребят. Нихера себе, мы себя сделали видеть. Начинается. Ух, сколько я потерял. Хотя бы зелье не теряется. Неважно, в склянке или в мешке. У Честера есть все, что нужно. О, отличная реликвия, друг. А я с радостью ее возьму. И обменяю на кое-что более интересное. Давай. Большой бум, мощный взрыв с очень большим радиусом. Согласен. Большой бум. Удержите вы, нажмите единицу, мощный взрыв с очень большим радиусом. Отличный выбор. Прослежу, чтобы эта реликвия попала в руки к достойному коллекционеру. Ха-ха. А ведь эту палку он нам дал, да? Отличный выбор. Прослежу, чтобы эта реликвия попала в руки к достойному. Ладно, сумку хотя бы там просто подойти и забрать. Но все равно, ну, не скажу, что он плохо летает, но, блин, такое. Поехали отсюда. Короче, банки буду оставлять для босса. Найс. А надо же 2 хп дать, восстановлю. Ладно, не важно. Я помню, где-то второй царь шел тогда. Что-то я помню, что... Мне точно сюда?
Ладно, духовые я точно буду использовать. Попробуем, по крайней мере. Сойдет. Просто потом, где место будет слетать. Ну, я помню, да, примерно, где что. Мысли. Ага, я понял. Уже все, да? Бля, вот это плохо. А ну-ка, давайте просто проверю. Хорошо, до верха. Не, ладно, здесь я хотя бы еще и парю при этом. Какой рыцарь. Ладно, потом в соло переиграем. Ну, я знаю, что, типа, пятерка это не так уж много, но все же. Фу, если бы сейчас мне еще и раздавило эту херню. Не опасная херня все равно. Да ладно. Как мне поменять...
Сейчас ящик сгорит. Вот из-за этого я только сюда полез. Начинается минус 1000, просто минус 1000 сейчас упало. Жесть. Только так смогу сделать. О, это уже неплохо. Это уже неплохо. Плюс еще фэппинг волны исчез. Я понимаю, что мне потом заново придется все равно лезть сюда. Ладно, сейчас привыкну к кнопкам этим. Как посмотреть, сколько я собрал уже? А, я все 30 собрал. Чёрный рыцарь? Ты вероломный констебль реторты. Хи-хи. Веселишься в своей маленькой королевстве. Ой, ха-ха, прости. Я хотел сказать королевстве. Расточительности у меня в крови, холоп. Согрейся в лучах величия истинного монарха. Итак, воплощение изобилия и требую подношения. Ха-ха, давай сюда свою сущность. Кстати, миленькая корона мне тоже пригодится. Ну, да ё-моё, что с ним не так? Ладно. Ладно. Да подожди, я у того тоже душу раз забирал. Но видите, там мы могли хотя бы максимум хп
увеличить, а здесь мы не можем. Бросай сущность мой динамо-деконатор. Это нестабильные вещества, но мой революционный дизайн поможет им стабилизироваться. Когда закончишь дистализацию сущности, мы сможем создать деле все власти, если мои расчеты верны. Так, чужой сущность короля рыцарей у нас. А еще оказалось, что король у него из фальшивого золота. Хм, корона. Ха-ха, я так и знала. Самозванец. Что ж, приступим к делу. Итак, над чем поработаем? Ну, давайте поработаем над тем, что мы с вами закончим, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.